В Ростове-на-Дону транспортные полицейские пресекли деятельность мошенников, которые наживались на популярной в последнее время новинке – возврате части потраченных на покупку билета денег. Сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции Ростовского линейного управления МВД России на транспорте совместно с УФСБ России по Ростовской области выявлена группа, участники которой подозреваются в серии мошеннических действий. Предварительно установлено, что целью криминального бизнеса были денежные средства, возвращаемые продавцом железнодорожных билетов и некоторыми банками своим клиентам в качестве кэшбэка. Получив поощрительные выплаты за дорогие билеты на поезда дальнего следования, преступники подавали заявление на возврат полной стоимости поездки. При этом процесс оформлялся с нарушением правил, что позволяло сохранить полученные бонусные средства и вернуть деньги. За год мошенники приобрели и впоследствии вернули более 35 тысяч билетов. Ущерб составил несколько миллионов рублей. В ходе обысков у преступников изъято более 1300 банковских карт, 670 сим-карт, а также свыше 10 тысяч железнодорожных билетов, кассовых чеков и квитанции о возврате денежных средств. Участники группы взяты под стражу.